Я, конечно, помню Хлебниковское. Мир — лишь усмешка, что теплится на устах повешенного. Но никогда не думал, что до такой степени окажусь внутри этого, с чувством потустороннего безвременья этого состояния, с этой летней благодатью солнца, неба, деревьев, улиц, благодатью, плавающей между улыбкой и усмешкой, с этим чувством от городов, людей, экранов, жизни, смыслов, как неубранных декораций, с чувством, что произошло это не сейчас, не с войной и не чуть раньше, не с пандемией. Она, эта усмешка, уже теплилась на устах мира, еще живого, под сердцем которого мы продолжали жить. Мира, исподволь роняющего, как листья, свои черты. Майя, как говорят индусы, головная боль без головы. Но и иллюзия, похоже, прощается с собой. Чувство такое, хоть и нельзя это сейчас говорить, что все живое переходит по ту сторону, как бы не умирая, со всеми победами, поражениями, со всей любовью и горем. По ту сторону, где нет ни живых, ни мертвых, ни времени, которое по инерции еще подергивает за нити все, что привыкло с ним пребывать.